Теперь новогодний тост будет несколько необычным. В уходящем году Запад пытался развалить Россию, даже не подумав о том, что в строении мира Россия – это несущая конструкция. Да, господа, так что нравится, не нравится, Россия расширяется. Говорят, что сейчас поляки так раззадорились, что хотят потребовать от России выплат за события 1613 года, в ходе которых Иван Сусанин завел в дремучий лес польско-литовских интервентов. Ну, теперь ждем претензий от немцев за отвратительный сервис во время зимнего купания на Чудском озере. Случай в лондонском зоопарке. У вольера с земноводными рептилиями стоял мужчина, попивая пивко. И вдруг в вольер с крокодилом падает маленькая девочка. Мужчина, не раздумывая, бросается в вольер, спасает девочку и отдает рыдающей маме. Его начинает благодарить: «Сэр, вы поступили как настоящий храбрый англичанин». Мужчина им в ответ: «Да нет, я русский». На следующий день все английские газеты вышли с заголовком: «Пьяный русский турист украл обед у крокодила». Bye.